Срок им дал итальянский суд за неуплату налогов в размере нескольких сотен миллионов евро. По решению суда Доминика Дольче и Стефана Габанна должны отправиться за решетку на 20 месяцев. Они обвиняются в использовании некой люксембургской компании для уклонения от уплаты налогов с доходов, составляющих порядка миллиарда евро. Адвокат модельеров пообещал обжаловать приговор. Дольче и Габанна не единственные гуру мира моды, к которым у властей Италии возникли претензии фискального характера. Джорджо Армани в апреле заплатил 270 миллионов евро, чтобы уладить дело с налоговой администрацией. А модный дом Прада в конце прошлого года выложил 420 миллионов евро, тоже чтобы избежать суда из-за неуплаты налогов.